Здравствуйте, Василий. Это видео про ваши одуванчики. Вот первый одуванчик для мира на моем тестовом объективе. Сейчас я вам продемонстрирую, как я его запрограммировал. Фокусное расстояние запрограммировано 35 миллиметров. Диафрагмы от 2 до 16. Так, это одуванчик для мира. Все подписано, вы не ошибетесь. И второй одуванчик для гелиоса 40-го. Фокусное расстояние 85 миллиметров запрограммировано. Диафрагмы от 1,5 до 22. Все подробности по установке я вам отправлю на почту после того, как вы мне пришлете фотографию вашего байонета Гелиоса. Одуванчик номер 2 тоже подписанный. Клей, который я сам использую. Внутри упаковки клея лежит зубочистка для нанесения клея на место наклейки одуванчика и калибр. Сейчас я это все упакую и отправлю вам. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.